Всем привет! Сейчас пока у меня перерыв с вышивкой. Все время я провожу на даче. Уборка капусты, тыквы, всех овощей, которые принято убирать в сентябре. Как убирала я саму капусту, я не снимала видео, а хочу показать вот уже результат этого лета. Это белокочанная капуста и краснокочанная капуста. Как я уже говорила, это мой первый дачный сезон, когда я впервые занималась дачей. И для первого дачного сезона я считаю, что у меня довольно неплохой урожай капусты. Главное выращивание капусты – это своевременный полив. Если будете поливать вовремя и достаточно обильно, то тогда капуста у вас, в принципе, не вызовет никаких проблем. Выращивание капусты не вызовет никаких проблем. Вот весь урожай наш. Так, это я показываю другой вид капусты, который я тоже садила в этот свой первый дачный сезон. Это кальраби. Кальраби – капуста, которая известна еще со времен Древнего Рима, Древнеримской империи. У меня кальраби красностебельная, так называемый красностебельный сорт кальраби. Стебель кальраби – это такой шар, такой колобок, который располагается в надземной части растения. И вот этот стебель кальраби, его шарообразная форма и как раз является съедобной частью растения кальраби. Ее мы и используем в пищу. Что касается размеров кальраби, то желательно, чтобы они были небольшие. То есть в диаметре до 10 сантиметров. То есть вот такие небольшие. Вот вы видите, я хожу, это уже убранные кальраби, вот они небольшие все. Чем крупнее будет у вас кальраби, тем она жестче. Мякоть ее будет довольно жестковато. Поэтому лучше такие небольшие размеры кальраби, это оптимально. Уход за ней, в принципе, был минимальный. Только полив в особо жаркую погоду, прополока и уборка. В принципе, больше никаких сложностей в выращивании кальраби нет. И, конечно же, не допускать, чтобы она была очень большой в своем диаметре. То есть убирать вот такие, видите, у меня небольшие, до 10, желательно, сантиметров в диаметре. Небольшие такие колобочки должны быть. Мячики, шарики кальраби. Вот. Потом все эти листочки обрежутся и положатся на хранение. Капуста просушится хорошо и потом загрузится на хранение. И потом можно будет делать из нее различные блюда. Вот такой урожай кальраби у меня в этом году. Выращивала сама из семян, не покупала рассаду, сама выращивала. Вот из семечек, из крошечных семечек. Вот, все вырастила. Все вот такие выросли у меня растения. Вот целая корзина кальраби. Ну, точнее, там больше получилось, больше корзины. Это уж я сняла только одну корзину. И сейчас я покажу урожай тыквы, крошечной тыквы, которую убрали. Нам нужно ее было на еду убрать срочно. Вот. Крупную тыкву я не показываю, потому что я пока еще не убирала ее. И покажу только небольшую. Вот мы срезали, чтобы отвезти домой. Вот такая у нас небольшая корзиночка крошечной тыквы наросла. Такие оранжевые шарики. Вот такая красота. Тоже выращивать легко. Тыкву первый год я занималась дачей. И первый год у меня вот тоже росли и тыквы на даче. И тоже это все очень легко выращивать. Вот такой отчет по даче. Почему не было вышивки? Потому что я все время была на даче. Я отчитываю, что у меня на даче, что я убирала, что у меня наросло в этом году. Это тыковки сегодня убрала небольшие. Вот это капусту мы убирали в солнечный день. Тут и краснокочанная, и кальраби убрали. Потом ее просушим. У нас затяжные дожди, неизвестно, когда закончится, поэтому пришлось убирать не в солнечный день, а пасмурный. Всем спасибо за просмотр. Пока.